Поскольку сейчас основные задачи хирургии – это стремление к минимизации травмы во время операции, уменьшение длительности операции, автоплан нам в этом очень серьезно подспорил. При использовании нашей системы компьютерной навигации мы построили модель, на которой были четко отображены границы костной полости. Соответственно, по границам этой костной полости мы выполнили адекватный разрез, не травмируя лишнего мягкие ткани, вышли точно на эту костную полость, выполнили санацию гнойного костного очага и закончили операцию мышечной пластикой костной полости. Основное преимущество автоплан для нас, как мы это видим, это скорость выполнения операции. Поскольку эти образования очень маленькие, бывает очень трудно их найти, особенно при нетипичных их локализациях, около трахеи, в паратрахеальных расположениях. При помощи автоплана мы быстро выходим на эти образования, верифицируем их и удаляем максимально короткие сроки. Это сокращает значительно операцию. Без автоплана, понимаете, мы бы сделали разрез и постепенно его увеличили по необходимости, так скажем. А здесь мы сразу четко вышли на вот это вертиновидное утолщение и сразу выполнили нужный объем оперативного вмешательства. Минимизирует травму операционную, минимизирует время операции, наркоз. В принципе, мы достаточно быстро уже разобрались с этой системой, разбираемся, устанавливаем, быстро устанавливаем точки необходимые и быстро, скажем, включаем ее, начинаем работать. Сегодняшняя операция показала, что за очень короткое время можно достаточно быстро, без необходимости травматизации окружающих тканей, мобилизации щитовидной железы, найти то образование, которое нам необходимо удалить, и потратить 15-20 минут на ликвидацию этого патологического процесса. Для определенных областей хирургии эта система навигации крайне необходима.